месяц не Христос. И лишь поляна без затей, без костей. Навсегда тепло.
один домик. Давай.
Thank you.
Вопросы любви.
Алексей Иванович, Алексей Владимирович, очень маленькая и короткая история. Если это можно. Ради Бога. Вот у меня старший брат, он учился на время МГУ, он учился просто ужасно. И один раз вечером он пришел с синяком под глазом. Вы знаете, и с тех пор он получил еще два высших образования и стал очень хорошим человеком. И вот только совсем недавно он мне признался, что этим человеком был Алексей Корнев. Вы знаете, человек каким человеком? Ну что ему поставил фигал под глазом? Если возможно, вот я просто хочу с вами выйти за вашу волшебную руку. Кто-то еще хочет два высших образования. Хоть и неправдивая история, но веселая. Это так на самом деле. Ваше здоровье. За Лёху миссионера. А можно еще рассказать? Пожалуйста, а вы выпивать будете с нами? Нет, просто так часто выпивать. Хорошо. А, ну что-нибудь без алкоголя? Огуречный носочек. Я подумаю. Хорошо.